Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Darkest Dungeon. Так, что бы нам сегодня такого замутить? Так, на 6 новобранцев больше, чем обычно. Но это понятно. Я хочу куда-нибудь сходить. Смотрите-ка, у нас дрессировщик 2 уровня. Так, у нас 4. Нет, не будем, ребят, мы пока ничего менять. А нужно нам куда-то с вами сбегать. По Шурику желательно. Так, давайте-ка глянем, что у нас тут доступно. Так, здесь, значит, разведайте опасные скалы под поместьем. Нет ли там какой жизни? Изучите каждую пещеру и грот до конца и узнайте, откуда приходят опасные течения. Ха-ха. И третье у нас есть. Ну, тут чемпион, это я даже смотреть не буду. Так, ну что, давайте разведаем опасные скалы, наверное, с вами, да? Почему бы и нет? Так, кого мы с вами возьмем в роли танка? Вот, вначале надо с чем определиться. Так, я вот думаю, что возьмем, блин, я не знаю, ребят. Хотелось бы, конечно, боевого жреца взять. Так, этот у нас тоже стрессует. Ну, в принципе, он еще пойдет, сгодится. Нормально он еще живет. Так, дрессировщик у нас. И вот так вот, пожалуй, мы сделаем. Я думаю, что эти ребята справятся со своей поставленной задачей. Так, все. Возьмем немножечко еды с вами. Вот так вот, пожалуй. И, ну, естественно, возьмем чешую. Бинтов. Вот так. И лопаточку одну. Все, ребят, я думаю, что этого будет достаточно. Слишком сильно раскошеливаться тоже нам не стоит. Бухта. Щупальца охотника подстерегают жертву под водой. Будьте осторожны. Щупальца охотники. Ладно, хорошо. Будем осторожны, предельно осторожны. Так, слушай, я факела-то взял. Фу, взял. Ё-моё, я не взял крови с собой. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это, ребята, упущение. Как же так? Он же сейчас у меня может отдуплиться. Да какого фига ловушка тут еще лезет? Ну-ка давай, что тут у нас за сокровище? Есть. Фух, повезло, ребята, что мы с вами нашли кровь. Пей, наслаждайся. Я в воплощении ярости, я буду кровь пить своих врагов, блин. Пей. Пей кровь своих врагов. Уничтожай их и наслаждайся. Так, что нам нужно сделать? Нам нужно факелок поджечь и продвигаться с вами дальше. Вглубь. Так, здесь у нас будет стычка, тут у нас ловушка. Пока все идет замечательно. Так, факелочек мы нашли с вами. Хорошо. Да, конечно, берем. Еще спрашивает меня, будете ли вы брать. Так, опять эти ничтожные комары, пескуны и так далее и тому подобное. Ну что ж, придется с ними немножко разобраться. Вот так вот, значит. Ой, ребята, нам нужна кровь, у меня истекает бедный дрессировщик. Прямо жаждет крови. Так, сколько мы здесь? 6-11, да? 85%. Давайте, наверное, вот этого. Отлично. Кровотечение повесили. И давай-ка... Нет, зачем нам? Нам так не надо. Вот так сделаем. Есть. Так, мы сможем, интересно, добить этого комара? Я думаю, вполне. Ха. Был и не стало комарика. Так, молельщик, ты сейчас у меня довыделываешься, а? Причем это, да, чувак, у него на голове сидит вот этот вот паук, который якобы им управляет. Ну что же, вот так вот, хана молельщику. Забираем все абсолютно и двигаемся с вами дальше. Блин, где же мне взять кровь, а, ребят, мне нужна кровь. Дрессировщику очень плохо, он, бедный, аж прям изнемогает. Ее у нас нету. Как назло, блин. Так, тут обезвредили. Ну-ка, в ящике, может, что будет. Так, ценности. Блин, гербы. Просто гербы. Ой-ой-ой-ой. Так, сундук. Ай, факел забыл, ребята, зажечь. Поэтому у нас, наверное... А, нет. Все под контролем, все хорошо. На сколько у нас идет? 10-19. Ну, пробуем. Ну, на 13 тоже, я считаю, что неплохо, ребята.
Волна стресса, вот эта фигня все. Сейчас мы будем их проучивать. Так, этого снесли. О, стресс помаленьку снимаем. Так, давай-ка мы вот этого, наверное, да? 88%, ну, в принципе, это нормально. Ох ты, он уклонился. Морской рубец. Молодец, дрессировщик. Так, а мы с задних только одного сможем. Ну, давай одного хотя бы. Уклонение? Так, ракушечный барьер. Он думает, что тебя спасет? Нет, не спасет. Нисколечко. Давай-ка попробуем пробить. Плохо. На пятерочку-то, конечно, сделали. Так, сколько? 3,5. Давай, наверное, вот этого вот. Морского окуня. Ух, на крит попался парень. Помилование оставим до сюда. Да, это верно. Так, мне главное сейчас их победить и в надежде получить, ребята, кровь. А кровь мне для чего нужна? Чтобы утихомирить своего дрессировщика. Он, бедный, уже все там на последнем издыхании. Он может от этого помереть, ребята, если его не покормить кровью. У меня уже такое, по крайней мере, было. Ну. Так, понятно. 18 стресса, это, конечно, круто, очень круто. Блин, да что ж такое-то? Неужели это так вот действует ракушечный барьер, что мы не можем его пробить? Причем довольно конкретно. Все, сейчас мы его поджарим молнией. У меня и ключика-то нет, ребят, чтобы сундук этот вскрыть. Вот не фарт, а. Опять мы промахнулись здесь. Ну-ка. Ну, должны сделать. Блин, да чтоб тебя, а. Что же мы так мажем-то? Ну, он тоже мажет. Хе-хе, ну-ка, псина. Так, еще 4 ОЗ. Я думаю, вполне этого достаточно будет. Есть. Ну, что нам дадут? Фигню нам дали. Блин, ну-ка, а здесь что? Ловушка. Вот незадача, ребята, блин. Наши шансы падают. Так, здесь у нас какой-то очередной будет босс, не босс, но стычка, одним словом. Ой-ой-ой-ой, нужно посмотреть, не припрятана ли где здесь кровь. Он уже начинает нервничать, ребята. Ядрёный ложь. Поешьте, поешьте, конечно. Он начинает стрессовать, причем жестко очень. Ну что же, еще надежда, ребята, теплится в душе, что мы с вами сможем все-таки найти кровь. Раньше обычно она везде тут падала. Ой-ой-ой, я человек или сосуд для крови? И стресс сразу же пошел. Блин. На сколько? 7.13, отлично. На 9. Ну, неплохо, я считаю. Так, песик. Давай вот этого, наверное, уберем. Не получилось, кровь. Отлично, он помрет у нас через ход. А мы будем продолжать. Так, гарпун, удар. Уклонился, молодец, шаман. Ты смотри-ка, выжил, гад. Во имя древних богов. Я сейчас устрою тут во имя древних богов. Давай-ка вот так вот сделаем. 6 и 7. Опять он свой барьер ставит. Блин, ракушечный, надоел. Ну что же. В принципе, мы можем пробить. Давай, пробиваем. Ага, экзекьютинг. Вот тебе и не прокатил никакой. Оу, крит удар на 12. Половину хп отнял. С удара просто, ребята. Я, наверное, вот так сделаю. Да, и это было не зря. Оно того стоило. Ну, а уже хилочкой подхилил его. Подхилил всех вообще-то. Этот готов. Ну и остался тут у нас морской страж. Лашпенище еще тот. Без вспомогаловки он никто. Нет, смотри-ка, попал своим октопоясом. Как-то он так умудрился. Хана тебе. Дай кровь, 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 требую крови. Дудки нам, а не кровь. Ё-моё. Печально. Это очень печально, ребят. Так, а здесь у нас тоже будет стычка. Ну дайте хоть в ящики-то. Так, ценности. Герб. Так, ну что, будем надеяться, что с медуз хотя бы, может быть, выпадет нам.
90%. Давай вот этого окуня морского прижучим. Так, критический урон. 8 от хила. Так, тут у нас на 83. А этот на сколько у нас? На 83. Рисковать придется, ребята. Ну, естественно, промахиваемся. Я не удивлен. Шокер. На дрессировщика, да? У нас есть сопротивляемость. Так, тут прожали. Надо, кстати, ребята, нам подхиливаться. На 12. Отлично просто. Практически целенький и здоровенький. Ну что, окуня, наверное, мы этого сносим. И две медузки. Дичь загнана. Смотри-ка, все-таки пробили. Сопротивление. Так, ну-ка. На 83. Блин, опять промахнулись. Нет, попали. На этот раз попали. Ну что же. Последняя тут медуза. Тоже под крит она попала нам. Ха-ха. Отлично. Ну что дадут? Есть. Есть, ребята. Так, в инвентаре нету места. Так, надо от чего-то избавляться. Вот так вот мы сделаем. Гербы. 8 штук. Обязательно нужно взять. Обязательно, ребята. Просто необходимо. Так, вначале мы выпьем вот. Вот так. И как раз на гербы хватает. Есть. Вперед. Ух, интересно, как эта штука устроена? В ящике фамильные ценности. Бюсты, нормуль. Живем пока. Ё-моё, я все время забываю использовать факела. У меня свет практически вообще потух. Брожу тут. Как будто бессмертный. Ну, кто здесь? Никого нету? Желающих нет. Есть. О, две улитки и утонувший раб. Утонувший раб. Попробуем, наверное, может быть, под крит пойдет. Нет, не прокатило. Но зато кровотечение повесили. О, да, испытайте на себе силу крови. Так, ну-ка, пробьем. А вдруг, да, по максималочке зарядили. Ха-ха. Ну-ка, добьем. Да должны добить, ребят. Нет, нет, не получилось. Ну, сейчас сдохнет эта улитка. А мы с вами вот так вот сделаем. Хе, на ноль. Ну, все, эта улиточка готова. Отжила свое. Рассол. Плюй свой рассол вонючий. Так, ослабление она повесила нам, да? На тебе, под крит. Вообще, very good. Вот так. Вот, цитрин тут у нас и гербы. Ключка, к сожалению, нету. Что это там блеснуло? Может, монета? Мой пульс замедляется, жажда утихает. Внутри сокровища. Да ладно тебе. Не хватает у нас места, блин. Черт подери, не хватает, ребята, места, и все. И хоть ты тут. Что делать будем? От чего избавляться? От лопаты? Давай от лопаты избавимся. Гербы нужны. Нам нужно с вами расстраиваться потихонечку. А вы сами там прекрасно видели, сколько чего нужно. И здесь как-то тихо. Разведочка пошла. Пошла разведка. И у нас осталось еще, ребята, два прохода. Так, дрессировщик, давай-ка обезвреживай. Вот так вот. Стресс немножко себе снял. Проходим мимо, не отвлекаемся. Факелок зажгем. Мало ли, тут вражина будет какой-нибудь, да? Чтобы врасплох. Вот и все, в принципе. Возвращаемся, ребята, в город. Задание было на изи. И получаем с вами 3000 голды по сюжету. Плюс 2 бюста. И еще, короче, 7250 голды. Также получаем уровень. Смотрим. Орлиный глаз, хорошо. Знаток бухты, отлично. Истерическая слепота, вот это вот плохо. Это надо лечить. Ну, один негативный и три хороших. Я считаю, что это зашибись. Кто у нас в дилижансе есть новенькие? Вот, 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 ребята, вот этот мне нужен. Потому что нету у меня такого. Прокаженный, и один погиб. Вы помните, как это было нелепо сделано. Так, от кого мы будем с вами избавляться? Вот в чем теперь вопрос у меня. Неужели от могильщицы? У нас есть 5 уровня.
Так, слишком много у меня, по-моему, этих хилов. Вот от нее, наверное, мы будем и избавляться, ребята. Да, скорее всего, от нее и будем. Ну что же, прощай. Было приятно с тобой работать. А вот этого мы берем прокаженного авантюриста. Сейчас мы на него еще повесим дриньки всякие. У нас как раз для него есть тут. Так, получает 20 про... только прокаженный. Хорошо, для лечения нам пригодится это. Ох ты, очень редкое. Минус 25 урона от стресса при наличии багряного проклятия. Но у нас нет проклятия, к сожалению. А может быть и к счастью. Плюс 10 урона от стресса. Берем. Так, хорошо, все. Он прокачанный. Тут у него спокойствие. Минус 15 урона в первом раунде. И повышенный шанс проиграть деньги. Вот насчет этого плохо. Он может в борделе спустить все наши кровные. Так, что у нас? Давай-ка посмотрим у кузнеца. Что-нибудь можем выучить? Можем, топка. Удешевление идет, да? Ну, это еще как-то терпимо. Вот ковка брони нам нужна. Так, 32 купчие. Ух, придется попробовать, ребята, на обменке. Так, на бюстах, наверное, скорее всего, да? Смотрим, сколько нам выдадут. 6. Это будет 28, а нужно 32. Ну ладно, хорошо, так пока сделаем. И все. Блин, может быть, за осколками сходить? Я не знаю, ребят. Попытаться их повыбивать. Или же все-таки мы сейчас посмотрим, ребята, какое-нибудь заданница. Тут ветеран остался. А, даже чемпион. Ё-моё. Так, здесь у нас что? Быстрое. А есть какой-нибудь такой боссик у нас здесь легенький? Нету? Так, убить рудиментарная плоть. Ого. Так, среднее. Некоторым созданиям нельзя даже появляться на свет. Уничтожьте результат преступного эксперимента предка и отправьте гнусное поражение обратно в бездну. Ху-ху. Ладно, ребята, я соглашусь на это задание. Так, давайте-ка мы сейчас с вами наберем команду. Так, кто с нами пойдет? Я даже как-то немножко сомневаюсь. Ну, этого возьмем, наверное, однозначно с вами, да? Плюс. Ты пойдешь с нами, нет? Нет. Типа, что я там забыла, да? Слишком легко для меня. Хорошо, ладно. Ты пойдешь? Ты идешь со мной. Ладушки, хорошо, уже плюс. Так, нужна нам хилочка хорошая. Вот она, блин. Очень много стресса. Чумного, я думаю, не стоит брать. Хилки-то нету, блин, зря я отпустил, конечно, ту. А это не пойдет с нами. Собака, а? Что ж делать-то? Ладно, будем надеяться, что стресс ее не убьет. И остается нам взять с вами танка. Танк у нас пойдет. Руневиль только остается. Больше я не вижу никого, ребят. Давай возьмем Руневиля. И знаете что, можно могильщицу взять. Но не будем, не будем. Давайте так пойдем. Вроде бы неплохо. Так, подожди, а у нас наемник есть? Наемник есть. Слушайте, давайте я возьму лучше, наверное, наемника. Вот так вот. Все, надо набрать крови немножко. 4 штучки, я думаю, хватит. Так, факелов. Так, косточку мы эту уберем. Да подожди ты, елки-палки, что ты не убираешь кости? Этот предмет нельзя продать. Ну и что? Эх, не хочет. Еды. Возьмем 12 штук. Я думаю, этого будет за глаза. Так, что, бинты будем брать? Не знаю, бинты. Но вот это вот, наверное, мы с вами возьмем. Так, и чешую обязательно. Я вот единственное не знаю. Может быть, вместо шамана нам взять чумного доктора? Хрен с ним, оставим. Пускай будет.
Но для этого мы возьмем с вами тогда антидот. Вот так вот, 4 штучки. Ну что же, поехали вперед. Мое увлечение кровавыми ритуалами и вызовом потусторонних существ пошло на спад, поскольку все попытки заканчивались провалом и разочарованием. Прогресс замедлился, и быстро скопившийся избыток загубленной плоти стал мне несколько мешать. Так, заповедник. И я так понял, он из этих кусков всяких там костей мяса решил кого-то сделать. И нам, естественно, придется избавляться от этого. Этот кошмар не описать словами. Непонятная мешанина органов, жил и костей. Ладно, ребятушки, отправляемся в путь дорожку. Карта здесь приличная. Придется немножко помучиться, наверное. Хорошо, выберем этот путь, ребят, посмотрим. Ха, поймали типа меня, да? Врасплох? Нет? Нет, не врасплох. Насколько у нас? 10-18, 95%. Отлично. Ох, как ему не повезло, а. Так, песик, сможешь добить его? Вряд ли. Тогда лучше, наверное, да, вот этого попробовать. Ой-ой-ой. Кровотечение повесили? Повесили. Ну, хоть на этом спасибо. В любом случае, мы его сейчас добьем, ну, чтоб не выделывался. Так, выстрел в упор. Кому? Насмешил. Двойной порез. Вот это плохо. Тогда изи. Тогда все хорошо, ребят. Давай вот этого сюда притянем к нам. И уже, как говорится, разберемся с ним. Ну-ка, песик. Фас. Так, ну а теперь этого толстопуза надо разбирать. Ну что ты, толстяк? Что ты не рад-то? Готов, хмырь. Естественно, забираем все. Все, что вы нам дадите, я буду все забирать. Ага. Проклятые комары застали врасплох. Так, ну-ка. 85%. Вот этого давай. На 10, отлично. Я, наверное, думаю. Хотя, сколько у него тут? Потеря крови. 1 урон. Понятно, давай так добьем тогда. Ну? Сможем? Можно, в принципе, постараться, или лучше... Нет, давай так попробуем. Ай-яй-яй-яй. Не добили чутка. Комарики, как вам там? 75%. Рискую. Ну, понятно, ребята, когда даже 85%, это уже плохо. А 75 так и подавно. Вот мне не надо, чтобы ты стрессовала. Нужно обязательно, ребята... Хотя у нас есть еще с вами ночлежка. Мы, если что, сможем сделать перекурчик большой, да? Посидеть, подумать там. Так, комар тут буянит. Что-то у них как-то тут все поменялось. Жажда. Только не надо заражать, пожалуйста. Хотя этим-то пофиг. Ну-ка, теперь наша очередь. Фас. Готов. Прижучили, нет? Нет, чуть-чуть не хватило. Но это, ребята, дело поправимое. А, вот так вот. Я думаю, если мы этот бой с вами пройдем, надо будет, наверное, все-таки нам сходить с вами на мельницу. Не на мельницу, а на задний двор, где упал метеорит, якобы, по легенде. Хорош, не надо превращаться. Так, ну что ты опять? Я забываю все в муках блаженства. Йо-хо! Вот, ребят, все-таки это проклятие багровое, оно хорошо, но главное не забывать с собой носить кровь. Иначе они могут просто погибнуть. Так, все, здесь завалили. Ох, как шикарно, какой хороший лут. Так, ну и что у нас здесь? Что такое, что случилось? Знаток заповедника. Это хороший статус мы получили. Неплохой. Ёпрасоте, ловушка, да? Ловушка. Сразу стрессовать начал, ё-моё. Нечаянно наступил. И все, и заплакал, блин, бедный. Ну-ка. В добыче. Ой, в мешке добыча.
Но это нам не нужно, мы не будем читать. Слушайте, где может быть это отродье, а? Как вы думаете? Ёпрасоте. Но это не оно. Так, песик, давай, наверное... Фу-хо-хо-хо. Давай-ка вот эту вот. Прижучили. Каракатицу, так скажем. 5-9. Отлично. Ну. Пробьем. Да, в принципе, должны. Я же говорил. Так. Ага. Блюет на нас. И этот сейчас будет на всех. А нет, смотри-ка. Метку повесил, да, значит? Хорошо. Опачки. Вот это нежданчик сейчас был. Ты представляешь, они увернулись. Рвота опять начинается. Стресс, не надо стрессовать. Так, а вот это уже плохо, ребята. Это уже плохо. Так, нужно уничтожать его как можно быстрее. Так, этот мелкий хмырь. Попадем. Ой, 52%, конечно, нет. Вытянем? Нет, не получилось. Слишком гад далеко. Сколько у нас? 88, а ну иди сюда, хламон. Спрятался он там, типа, да, от нас. Так, давайте, наверное, немножко... Нет, 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 подхилим полностью вот этого шамана. А то у него как-то маловато здоровья. Ох, она течет по моим венам. Неплохо ты стресс снял с себя. На. Забираем все. Да ладно, тебе не хватает места. Ну что опять, а? Вот как быть? Я даже не знаю, ребят. Ну, выкидываем тогда это. И берем картину. Это, наверное, мы сейчас здесь с вами прям и съедим. Вот так вот. Ой, какой-то у нас был бы вот какой-нибудь, я не знаю, какое-нибудь задание на увеличение инвентаря. Ну, слишком мало, согласитесь. Карта в мешке. Ну-ка, делай разведку, покажи мне, где босс. Слушай, хитро поступили, они не показали нам, где босс. Просто тропиночки указали, и все, что у нас будет на тропинках. Так, факел, гори. Здесь, как видим, ничего. Давай тогда вот сюда пойдем. Факел находим. Забираем его. Да-да-да, конечно, забираем. Слушай, наверное, какое-нибудь пойло вонючее. Ну-ка. Ох ты, ценности там были. Так, давай мы это используем сейчас прямо. Вот так вот. Ну кто там рычит? Кто там рычит еще? Слушай, я, наверное, слишком много беру с собой крови. Хотя какая разница, сколько ты берешь, все равно же занимаешь, да, ячейку. Хоть ты одну возьмешь, хоть ты шесть. Так, факелок, факелок, подожди, не надо тухнуть, родной. Давай, возгорайся. Так, паучки на этот раз, да? Ну ладно. Мы их все равно засекли, потому что у нас свет по полной программе был. А будем их уже разбирать. 80%. Прокатило все-таки, а? Отличная расправа. Естественно, отличная расправа. Давай, наверное... Сколько? 80? Ну, попробуем. Есть. Шикарно. Ну и последний паучок, наверное, сейчас будет ходить или нет? Нет, не ходит, ну и зря. Пока. Двигаемся с вами. О, вот это хорошо, ребята. Так, купчие, мне нужны они. Как же это так? Блин, я даже не знаю. Вот сейчас вот стопудово выкину лопату, и она нам понадобится. Как обычно. Блин, портреты. По 3 штуки. Не больше. Ну что за ерунда, а? Это я тоже не хочу тратить, придется лопату, ребята. Ну, сами понимаете, купчая она нужна. Нам вот эти вот купчие, гербы и портреты, плюс бюсты, которых у меня еще пока здесь нету. А это все нам нужно, чтобы развиваться, естественно. Оу, ёпрасота, а вот, ребята, и хрень. Так, рудиментальная плоть. Что он делает? Я даже не знаю, что это такое. Как с ним бороться? Так, что? Что она вообще так? Шанс попадания 95. Короче, 100 хп в общей сложности. А что такой уровень-то маленький? Урон, точнее, у нас получается. Ну-ка. 2-4. Вот, 7-13. Угу. Оживительное касание, да? Здесь ничего. Попробую, ребята. Так, набег на бум.
Уклонились. Хорошо. Так, ну что, давайте сделаем, наверное, уклонение минус 25. Живительное касание, я подразумеваю, что вот эта вот херня, она будет хилить. Так, хорошо, так как получается, мы с вами избегаем этих нападок. 6-11. Есть резон, ребята, нападать. Кровотечение еще повесили. Так, а сколько здесь мы будем? Ой, 55, этого мало. Так, что мы с вами можем сделать? 17 к уклонению. Набег на обум. Кстати, набег на обум дает отравление. Ага. Вот он, значит, что мутит. Он хочет нас поотравлять. Так, костяной зефир. Зефир, блин. Ё-каламэн, он что-то трансформировался, что ли? Живительное касание. Я так и думал, ребята, что это будет подхил. Так, опять наобум. Траванул, да? Точно, ребята, траванул. Слушай, надо вот эту хрень уничтожать. Я не собираюсь, чтобы она тут... Сколько? 3-6? Вот. Вот здесь надо тогда бомбить. 7-13. Живительное касание. Получи. Воу, 12. Вот это хорошо. Так, пасти жизни. Уклонились, ё-моё, такая пасть действительно. Костяной зефир опять. Да что ж такое-то, все на мою хилку, а? Пу-пу-пу-пу-пу. Надо вот здесь бомбить, ребята. Чую я, что надо вот эту вот фигню уничтожать как можно скорее. Так, хилочка, ты у меня отравленная. Ё-моё, я даже не знаю. 5-9, нет, давай, наверное, мы тебя похилим. Фиг узнает, что там будет в следующий раз. Какой удар. Так, давай-ка мы, наверное, сюда тоже повесим проклятие, да? Угу. Повесим. Чтобы не уклонялась, зараза. Да что ж такое, ты посмотри, еще одна голова выросла. 7-12 урона. Делаем. На 9. Это хорошо, ребят. Половину здоровья мы отняли уже. Так, все-таки задел, а? Ну что же, была не была. 5-10. Нам нужно, ребята, уничтожать. Сколько тут? Так и осталось 55, да? Угу. Ладно, хилимся. На пятерочку. Маловато, но, тем не менее, хоть что-то. Ты достал уже, а? Блин, опять яд повесил. Ну, еще сюда яд повесь. Блин, точно так и есть, ребят. Оу. Нет. Я не должен, ребята, этого позволить, чтобы они у меня погибли. Яд есть, то есть антидот есть. Так что давайте его использовать. Да что ж так... Ой, ё-моё, ну как же так, а? Опа, она опять в какую-то срань превратилась. Обратно. Так, ну давай еще друг друга подхиливать тут будем. Я этого не могу позволить, ребята. 95% попадания, отлично просто. Оу, 16. Плюс... кровотечение, так, опять касание живи. На 8, да ты посмотри, что делать. Так, моя кожа горит огнем. Я верю, что горит. Давай, лечись. И подхиливайся. Так, отлично. Так, опять хотят ее травануть. Ну ты посмотри, а. Травят ее, а, гады. Так, этого надо наказывать. 14-25. 95%. Давай, бомбим. Воу. Отлично. Так, этого тоже, ребята, лечим. Слушайте, я, наверное, сделаю еще святую воду. И теперь уже надо подхиливать. Нормулька. Так, что он там сейчас затеет? Опять. Хочет все сожрать, хочет, а? Но никак у него не получается. Воу. Постоянно трансформируется во всякую ересь. Действительно, блин, непонятная херня. Опять отравили, а? Так, ну хорош, свинорылый, а? Так, как-то меня немножко это напрягает. Сколько? 55, все на 55. Так, давай-ка вот сюда мы, наверное, проклятие повесим. О, стресс как у нас уходит. Хорошо. Ребята, осталось совсем-совсем немножко. Блин, все-таки... Классно, дрессировщик у меня уворачивается. Вообще замечательно. Я думаю, сейчас уже немножко тут ослась. И
упадет у нас это говно все. О, под крит попало. Ах, вот оно что, тут каждое тело на... Нет, нет, ребята, я думал, что отдельно нужно. Ну что же, рудиментальная хрень, как говорится, сдохла. Там ей и место. Так, цитрин, неужели мы не можем с вами взять цитрин? Сколько он стоит? 250 золотых. И это 375. Тогда мы с вами избавляемся вот от этого. И, пожалуй, чтобы еще бы такое выкинуть. Я даже не знаю, что выкинуть можно. Давай 3 факела выкинем. Хорошо, вот так вот. Все. Возвращаемся, ребят, с вами в город. Вот такой вот был босс. Ну что, а теперь, я думаю, наверное, пора сходить на задний двор. Так, сколько мы получаем? Так, 4,5 у нас по заданию. Смотрите, очень редкое. Слепящее зеркало. Это у нас для кого? Для любого, да? И что он дает? 4 скорости в бою с противниками типа кровососа. Это вот против комаров. И 20 к шансу навыка оглушения против кровососа. Вообще шикарно. Опа, уровни получили. Так, давай смотреть, что тут. Сорви голова. Ох ты, хорошо как. А здесь... Так, сыпной тиф, блин. Ладно, придется очень многих ребят скоро конкретно сажать в больничку на излечение всяких негативов. Качественная работа. Воодушевленный редким качеством материалов, он не отходил от наковальни днями, чтобы почтить их искусной работой. Бесплатное улучшение доспехов, ребята. Вот что мы с вами получили. И это очень хороший подарок для нас. Так, кузнец стоит, ждет. Давай тогда мы с вами... Так, где у нас? Бесплатное улучшение, да, значит? Давай возьмем нашего шута. А, у него тут все прокачано. А у тебя как? Тоже все прокачано. Да ладно! Че, вы хотите сказать? А, нет, вот, смотрите. Бесплатно. Слушай, ну не хочу я как-то нулевой уровень прокачивать, если честно. Смысла просто не вижу в этом. Да что ж такое-то, а? Да не может быть, чтобы все были такие вот прям прокачанные. Во. Да? Ему или не ему? Сейчас, подожди, еще, ребят, гляну. По-быстренькому здесь прошуршу. Вот, вот здесь, наверное. Да, вот, конечно, давайте здесь. Бесплатно, отлично. Тут 1200. 2000. Вы сами прекрасно знаете, что хилка, она должна быть крепкой. Ну, тебе тоже придется до кучи. Так, и тут. Да. Все. Пока вроде бы хорошо, ребята. Ну что, отправляемся с вами на задний двор. Попробуем, может быть, как-то у нас получится. А, не задний двор, а крестьянский двор называется он. Ну, тут ветеран. Ёлки-палки. Так, давай посмотрим, кто у нас пойдет. У нас пойдет, например, вот этот вот. Пойдет. Что у него за болезнь там такая, а? Урожденная усталость, последний вздох. Знаете, ребята, в чем вся проблема у меня, когда я там ходил? Они очень быстро стрессуют и, соответственно, сдаются. А у него, смотрите, сколько уже стресса. Нам нужны ребята такие, у которых нет стресса. Пойдешь? Ох ты, пойдет, смотрите-ка. И это хорошо. Ты у меня как по прокачке? Вообще изейший. Так, ну вот тут, наверное, придется немножечко поменять. Хотя... Нет, все отлично. Оставляем так. Погоди-ка, погоди-ка. Что у тебя там? Плохой игрок и любопытство? Ну, это простительно. Ладно. С дамагером мы с вами как-то более-менее определились. Кто у нас еще будет? Так, тебя тоже мы возьмем. У тебя как... Так, подожди-ка. Стресс... Так, 20 против животных. Ну, я надеюсь, там не... Хотя там будут, там же лошади есть. Ладно. Так, вот это, наверное, нам... Ладно, пригодится. Слушай-ка, ну тогда... Нет, нам нужен конкретный танк. Честно говоря, конкретный танк. Я думаю, что вот она пойдет у нас под танка. Вот так вот мы с вами сделаем. И остается теперь только взять с собой хилов. Хилов. Да, с хилами-то у нас тут, блин, большущая проблема. Прям огромная, ребят, я бы так сказал.
Нету свободных у нас хилов, ребята. Ай-яй-яй-яй, это плохо. Я боюсь, она будет стресс ловить. Хотя, ладно, была не была. Может быть, в бою мы как-то сможем немножко очиститься. Ну, и ты тогда тоже пойдешь сам с нами. Хотя у тебя болезнь какая-то такая не очень хорошая. Да, и стресс. А еще есть у нас какой-нибудь хил? Так, ну вот только веселка и все, что ли? Больше нет никого? Нету, ребята, придется тогда его брать. Ладно, в припасы мы с собой возьмем что? Там, по-моему, я не знаю, что там нужно. Но придется нам кровь брать, это однозначно. Потому что она потребляет. И вот так вот. Давай возьмем две этих и две этих. Мы ходить там с вами не будем слишком долго и много, поэтому ничего такого нам серьезного не нужно. Все, я думаю, этого достаточно. Погнали. Ох, мельник. Посмотреть бы, что это за мельник и что он вообще делает. Но я думаю, по головке он нас точно не погладит. Так, давай забегаем в портал. Так, у меня у всех триньки. Да, у всех висят. Заходим. Тут, видите, разделено все. Сколько этапов будет? Раз, два, три. Три этапа или четыре. Кто ходит? Они ходят, да? Пошевелить кочергой. Пошевелил. Парирование. Вот это плохо, когда парирование у них, ребят, стоит. Так, сколько у нас тут? 4-7. Ну, попробуем. Так. Кровоизлияние. Добьем, добьем. Опа! Вот это я обломался, ребята. Никаких посторонних. Ёк-ломаны. Вот это он вдарил. Так, нам нужно отхилиться, ребята. Оу! Один. Что-то как-то... Блин, ты у меня стрессуешь. Слушайте, ребят, что-то как-то по жесткачу тут началось все. Давай, пей кровь. Я воплощение ярости. Я буду пить кровь своих врагов. Ты, главное, разберись с ними, а потом уже пей. Ты посмотри, а? Они у меня и так бедные в стрессе. Их еще тут запугивают. Так, уже травануть успели. Вечный труд. Вот иди и работай. Вечно. Семена безумия. Так, хорошо, вот это нам нужно. Ну что, давайте продолжать колбасить. Ага, сразу же, отлично. Вот, стресс потихоньку слазит. Пробиваем. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Да, с ним проблематично. Никаких посторонних. Опять пробьет, нет? Мы уклонились. Так, ладно, тут у нас отравление, да? Давай лечить. Подхилишь себя, хорошо? О, молодец. Умница. Промахнулся. Так, ну что, Шут, нам надо с тобой как-то... 4-8. На 6. Замечательно. Ну, крепкий малый, ничего не могу сказать. Опа, опа, появились еще по парочке таких уродцев. Пошевелить кочергой. Шевелило, блин, несчастный, а. Вешает парирование, да, значит. Это у него так называется. Пошевелить кочергой. Давай-ка мы вот это, наверное, с вами сделаем. Сколько? 61%, не будем, отмена. Давай сделаем, наверное, ослабление. Ослабление повесили. Ох ты, ох ты, ты смотри-ка, что он сделал, а. Вот это да. Нелогичность заработали. Плохо. Так, иди трудись нафиг, достал уже. Я попробую, ребята, пробить. И у меня получилось. Слушайте, ну вот то, что как крит прошел, это, конечно, очень жестко. На моего шамана мне обязательно нужно его подлечить. Ох ты, оставь свои бессильные попытки. Я сам им займусь. Зашибись. Ты молодец, блин, просто. Сейчас еще отдуплись у меня здесь. Слава, мираж для смертных. Красивая упаковка четы.
Ну, его так сейчас ребята тут, по-моему, и разберут. Ты будешь мне сейчас давать возможность тебе подлечить или еще что-нибудь? Так, пошевелить кочергой. По кому? Угу. Так, я даже не знаю, ребята. Я вот... Блин, что же делать? Как же быть? Ладно. Мне нужно как... Вот. Давай. Фух. Так, что у тебя там? Кровоизлияние, давай вот это мы снимем. Что? Да ладно. Ну а хиляться ты будешь? Хотя бы так. Фу-фу-фу-фу-фу. Давай попробуем. Блин, уклонение. Блин, нелогичность это. Так, вот это, кстати, плохо, ребята. Если он взорвется, это будет хреново. И эти кристаллы тоже могут взорваться. И взрыв там будет не детский. Так, один уничтожили. Так, по всем бомбит. Оу, кристалл взорвался, ребята. Да я уже понял, что в ужасе. Я больше боюсь за шамана. Может быть, убежать, пока не поздно, ребята. Давайте сбежим. Нафиг. Шамана потеряем просто-напросто, зазря. Да я понял. Ничего такого мы не заработали. А вот, наверное, проклятие, мы зарабатывали целую кучу. Автоматонофобия какая-то у нас получилась. Последний вздох. Мягкость и самоистязание. Да. Огни. Беспокойные эфирные потоки сегодня ночью громче обычного гудят от переизбытка энергии. Частицы кометы вибрируют с удвоенной силой. Это означает что? Что это может значить? Какой-то баф, что ли, там? Не знаю, ребят, не понимаю. Ладно, блин, мне жалко денег, ребята. У меня не то, что даже жалко денег, у меня их и нету, чтобы лечить-то. Придется опять отправляться нам на какое-то задание. А здесь нужен ветеран. Ветеран. Так, здесь старая ведьма. Старая ведьма. Сразиться. Так, ребят, ну что, давайте, наверное, мы с вами вот это вот. Нужна исследовательская вылазка в безумную сеть туннелей. Дайте врагу бой, а потом вернитесь с новыми знаниями. Поехали сюда. Так, и для этого задания я возьму, пожалуй, вот этого чувачка. Так, он у меня нормально там одет? Очень даже хорошо, я бы сказал. Так, погоди-ка. Вот, я даже не знаю, что нам нужно, что не нужно. Давай вот это уберем, вот это вот поставим. По-моему, так у меня было всегда. Хорошо. Пойдет с нами потом. Так, вот этого надо обязательно отправить сейчас в лечку. Так, ты пойдешь со мной, нет? Нет, не пойдет. Отказывается просто-напросто. Хорошо. Тогда возьмем с вами руны Виля. Хилку. Какую хилку нам взять? Хм. Вот тебе и раз, ребята. Все хилы у нас практически больные. Придется взять вот так вот. И чумного. Так, чумной хорош? Ну, вроде более-менее. Так, вот этот залп я им все равно не пользуюсь. Уберем. А здесь у нас что? Пара одобряющий. Спящий газ. Фигня какая-то. Ну давай это, блин, оглушение. Хрен с ним. Ну что, вроде бы как и все. Команда собрана. Погнали. Чешую взяли. Еды маленько взяли. Так, пару бинтов. Ну и, наверное, пожалуй, все, ребята. Я больше... Так, у нас нет тут больных кровью? Нету. А, факелажи. Как же я профи... Сейчас бы опять пошел чудить. Все.
Все. Я думаю, что хватит. Поехали, ребята. Отравление у меня может снимать и кровоизлияние чумной доктор. Так что я думаю, что мы справимся. Заповедник. Вы можете бежать с полюбоя. Да, я знаю, что я могу бежать с полюбоя. Посмотрим, как моя команда здесь будет справляться. Что это такое? Гора трупов каких-то? Ну, давай посмотрим, что здесь. Некоторые вещи съедобны на вид. Офигеть. Просто с кучей трупов взяли, мясо содрали, блин. Ну, какого лешего, чумной доктор? Ну, что ты тут начинаешь отдурковать? Прекращай уже. Так, битва за сундук. Опа-на. Нас, что ли, поймали врасплох? Да нет, вроде бы. От 5 до 10. Минус. Так, мне надо как-то вперед его выстрелить-то, ё-моё. Что это такое? Баф на себя, что ли? Да, это усиление, ребята, было. Оу, сейчас будет чумного мучить. Промахнулись или нет? Нет, не промахнулись. Просто урон они нанесли, но не промахнулись. А вот мы попали со 100% силой. Ты посмотри, как они его не любят, а? Докторишку-то моего. Укус. Хрен вам всем. Так, ну что, будем, наверное... Кто у меня будет ходить? Ага. Так, пробуем. Минус. Подхил небольшой. Так. Ну, я думаю, добьем, наверное, да? 80%. Отлично. Давай взламывать сундук, но там наверняка ловушечка. Поэтому попытка не пытка. Нет, содержимое мое. 8 гербов. Так, давай-ка построение обратно верни, пожалуйста, мне. И мы идем дальше сюда. Оу. Так, а вот там у нас будет хорошая драка. Опять содержимое наше. Забираем. Будем брать. Эй! Черт! Черную чуму какую-то заработали, блин. Не было, называется, печали. Так. Ну, попробуем. Бинго. 100% удача, ребята. Так. Вообще круто. Ну, усиление-то она получала-то. Так, ядовитый залп. Это, кстати, очень хорошо, ребят. Будет травить потихоньку ядом. Да куда уж тебе там. Подожди, а у него сопротивление, оказывается, было к яду, поэтому ничего у нас не получилось травануть. А вот это забираем. Подожди, факел, факел. Обязательно поджигаем факел. Вот у нас сейчас будет здесь бой. Угу. Давненько я вас не видел, олухи. Блин, все-таки попал по чумному. Я не хочу здесь умереть. Ты не умрешь, родная моя. Так, 83%, 95%. Свиное рыло, а. Да что же они так докопались-то все до него, а? Смотри-ка, ненавидят его просто-напросто всеми фибрами души. Так, 88%. Ага. Блин, как она классно снимает с себя стресс, вообще обалденно. Бьет и стресс снимает, бьет и стресс снимает, отлично. Эй, не достаем, ребята, не достаем. Давай вот так вот чумную гранату бросим. Бэм! Это должен сдохнуть, по идее. От отравления ядом. Ты смотри, дотянулся, гаденыш, своим цепом. И оглушил, к тому же, еще. Ладно, покарает тебя меч прокаженного. Ну, тогда вот так вот покарает. Щитолом. Давай вот этот вот, подохнешь или нет? Должен отдуплиться. Нет, смотри-ка, еще одна свинюха. Калека, блин. Бэм, минус. Ну, а мы продолжаем разговор. Черт, как-то ты слабенько бьешь. У меня обычно отлично там. Так, не понял, что так, почему. Ах, чумная граната не прокатывает. Ладно, давай вот так вот сделаем. Оглушили, нет? Оглушили. Добивочный. Опачки, ты смотри какая. Калека, промахнулись мы, но он сдох. Ну и, естественно, добивочный будет. Все, двигаемся дальше. За новыми знаниями.
But a victory nonetheless. Сразиться в комнатах 100%. Блин, ё-моё, нам придется, ребят, с вами. Надо было вот эту комнату все-таки сразу обшмонать. Так, содержимое мое. 100 монет получили. Проголодались, бедняги, да? Хорошо, что еды-то у меня хватает для вас. Так, и факелочек мы взяли. Сразу же его используем. Так, ладно, здесь все чисто. Ребят, нам придется вернуться сюда. Мы сразу вот эту комнату с вами прошуршим. Потому что, видите, у нас задание сразиться в комнатах на 100%. Поэтому, если мы здесь пойдем, то слишком много времени будем тратить. Поэтому придется нам сделать это сразу дело. Так. Ну что, сектанты. Давно мы с вами тут не встречались. Да еще бы столько не видеться с вами, если честно. Да-да-да-да-да, конечно. Ах ты, блин, пробил все-таки. Но у нас сопротивление, поэтому нам пофиг. Тут вообще не попал, мазила. Так, погоди, давай-ка я вот так вот сделаю. Ну? Кто там следующий? Кто следующий, я спрашиваю? Ага, чумной. Ладно, бомбани. Разрешаю тебе его отравить. Ну-ка, пробьем? Пробили. Что там исчадий нужно оттеснить? Достижение получили только что. Ты говнюк мелкий. Ведь хана ж тебе будет. Дергается там калека. Давай, продвигаемся дальше. Ценности какие? Картины. Блин, картины нужны. Так, факел давай вот так сделаем. Ну что, мы эту комнату, ребят, с вами проверили, получается, так? Оу, тут засада. Так, вот этот вот в конце. Упырь, безумец. Он мне не нужен здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, травим его срочно, блин. Попали, отлично, хотя бы так. Дотянемся. 75%, этого мало, ребята. 83%. 95. Давай этого толстого хомяка пробьем. Еще раз. 8-15. Должны победить. Оу, нет. Не вышло, к сожалению, ребята. О, сейчас начнет тут предсказания свои разбрасывать. Блин, и пошел стресс по максималке. Рвота. Блин, попал, а? Блин, сыпной тиф заработали. Да чтоб вас, а? Только хочешь в надежде заработать маленечко денег, и на тебе. Все деньги потом уйдут на излечение всяких болезней. Так, ну эта тварь сдохнет. Так, хорошо, этот тоже, я думаю, сдохнет. Сколько у нас вообще яд отнимает за ход? 5 урона, да? Этот сдохнет, значит, нам нужно вот этими ребятами заниматься. Минус. Хороший был крит на 22. И вот этого Казбека тоже сейчас мы зачихаем. Да, давай так сделаем. Хилиться нам пока не надо. Ну что ты, крюк в больное место? Угу. Как бы не так. И я думаю, что самое время его... Ой, не туда, ребята, ё-моё, я не увидел, что он поменялся местами. Спешу, опять спешу куда-то вечно. Давай этого гада добьем. Давай, свинка, поближе к нам, поближе. Вот так вот. Такая свинка в такой броне. Ну, попадем, нет? Попали. Ну, а этот коллега сейчас отдуплится сам. Так, факел используем. Ключ. Ключ может нам пригодиться. Я думаю, что пригодится. И вот это вот мы выкидываем с вами, а ключик возьмем. Ах, вот так даже. Задание выполнено. Ну что же, возвращаемся в город тогда. Так, и мы получаем 3000 здесь голды. Плюс у нас какой-то только прокаженный, да, может носить. Так, и еще сколько тут бабла-то, не вижу. А, вот, 4700. Слушайте, ну неплохо, почти 8000 голды. Так, что мы получаем? Хроническая болезнь. Хитрёна ложь.
Быстрые рефлексы, вот это уже хорошо. В скорости 2. И обреченность, шанс обернуть каждый промах в попадание. Хорошо. Каждый... Так, ценная находка. В итоге часы, потраченные на прочесывание старых бочек и забытых оружейных стеллажей, принесли свои плоды. Бесплатное улучшение оружия на единичку. Что-то нас как-то балуют в последнее время, ребят. Так, где у меня лечебница? Давай-ка иди лечись. Снимай себе что-нибудь. Вот это вот, пожалуй, мы будем лечить. 4000. Ну а что делать, ребят? Приходится вот так вот транжирить деньги кровные. Так, и надо нам с вами кузнеца, да? Улучшение бесплатное. Так, сейчас будем искать, у кого можно бесплатно что-то улучшить. По-моему, ни у кого не... А, этот лечится у меня, что его? Дергают и беднягу. Вот, можем бесплатно. Стоит он того? Стоит, конечно же. А так оно по деньгам бы неплохо, наверное, ударило. Ну что, смотрим, 120 гербов у нас. Так, мы, наверное, что-то с вами можем улучшить. Кузнец, у тебя прокатит? Да, прокатывает. Отлично, оно того стоит. Острый меч и прочный щит помогут воины дальше продержаться в бою. Да, это ты правильно сказал. И нам осталось вот здесь еще с вами инструктор, да, мастерство. 24 картины нужно, 24 картины. Так, ну-ка по обмену, что у нас выйдет? Если мы будем менять, например, щиты, гербы, щиты, картины. Смотрим. Ой-ой-ой, как много надо потратить-то. Нет, не катит такой вариант у нас. Я вот не знаю, стоит ли еще разок попробовать, ребят, в крестьянский двор сходить. Ух ты, редкая. 12 гербов, блин, 30 осколков можем получить. Если постараться, если даже подумать. Что у тебя за болезнь такая, я не могу понять. При промахе, при атаке, блин, 5 стресса ты будешь получать. Зато остальное, это, посмотрите, как прикольно. Ладно, хорошо, давай мы тогда сделаем так. Кого мы можем, ребята, в принципе, можем вот так вот сделать. Да? И. А вот незадача, а. Что же нам делать-то с вами, а? Брать нам с собой шута или оставить лучше так? Шут, он у нас, как видите, очень хорошо прокачан. На нем нету почти стресса. И брать. Так, он шестого. Так, у этого быстрые рефлексы. Слушайте, он хорош. Против животных. Ну, животных у нас там, по-моему, нету. Так что, я думаю, расстраиваться нам не стоит. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Попытка не пытка. Хотя, лучше бы у нас было бы два доктора, я думаю, да? Черт. Доктор, ты же у нас... Или чумной? А, чумной у меня лечится. Мягкость. Если факел более... Ну ладно, попробуем. Там, по-моему, факела нету, ребята. Или же все-таки взять воина. Прям в замешательстве весь. Ну, вояку я имею в виду, чтобы наносить больше дамага. Хорошо, я попробую вот так, ребят, сделать. Была, как говорится, не была. Если что, сбежим опять с вами. К черту на кулички побежим. Вот зачем тут лопата? Лопата нам не нужна здесь. Зачем они ее дают нам? Я не понимаю. Так, возьмем чешую. Еда нам, по-моему, тоже не нужна. Возьмем бинтов. Возьмем противоядие. Усиление. Очищение. Слушайте, я думаю, все, да? Крестьянский двор, ветеран уровня третьего.
Погнали. Фух, какая это моя попытка-то по счету, я уже забыл. Но до босса я так и не доходил. И все ли, ребята, из-за того, что стресса? Очень много стресса ловит, либо просто заколбашивают нас по-черному. Давай, проходим. Давай, быстренько туда пробегаем. И начинается веселуха. Угу, я понял вас. Кто? Мы ходим первые, да? Попробуем так сделать. Отлично, хорошо пошло. Так, пробиваем. Давай, наверное, этот сдохнет. Нет, сколько там? 4 урона. Здоровья у него сколько? 1. Подохнет. Нормулька. Сдох. Это сейчас тоже отдуплится. Нам нужно вот этого вот батрака бомбануть. 78%. Попали? Как ни странно. Вечный труд. Ну иди трудись нафиг. Все по шуту хочет бомбануть, а? Все в шута, бомбит. Ах ты, зараза, уклонился. Как это ты так умудрился? Ну от этого-то ты... Опа! Даже от могильной воровки. Ух, было больно, наверное, да? Такой урон получить. Ну где там следующие-то враги? Сейчас появятся. Ага. Они падут все до единого. Хотелось бы в это верить, ребят, конечно. 10 из 7. Отлично. Так, сколько у нас? 86%. Мало, мало этого, ребята. Но попытаться нужно. Ай-яй-яй. В ответочку получили ослабление только, блин. Давай пляску свою. Так, усилились маленько, да? Искривление реальности. Ядрёна вошь. Не надо, не надо стресс, блин, на меня. Что опять? Семена свои вонючие сажает. Так, сопротивляемость хотя бы к отравлению у нас. Это уже плюс. Ну, когда же мы-то будем ходить? Ё-моё, а? Уже достали в самом деле. Так, давай хиляться всем. Ну и давайте потихоньку будем. Сколько? 95. Отлично. Готов. Так, давай-ка вот этих, наверное... Нет, добить не добьем. Но покалечим. Так, нам танцульки не нужны. Давай вообще переместись вот сюда. С этой позиции хотя бы у тебя что-то есть. Тук-тук-тук-тук. Давай вот так попробуем. 88. Ну, попытка не пытка. Хиляйся. Отдых от трудов. Устал, бедный, ё-моё, а. Усиление, да? 4 к скорости повысил себе. Ладно, вечный труд. Трудяга ты, батрак. Ну, в принципе, так оно и есть, ребят. Ай-яй-яй, смотри-ка, они попадают. Ну что же, этим двум конец. Falls, так, и этого мы сейчас, ребят, с вами добьем. Ах, нет. Давай тогда так. Не добили. Пардончи, давай тогда вот так вот мы повесим на себя блок, на всякий случай. Два блока у нас будет, да, здесь? Да, два. Также делаем здесь. Нет, 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 вот так вот подхилимся. На 6. Посадка семян. Вот и блок сработал один. Ага, от яда-то не спасает. Не знал я, ребята, этого. Значит, он может отравить, он не может нанести нам урона. Вот он, значит, как. Но отравление и кровотечение он может нам повесить. Будем это знать на будущее. Хм, надо быть предельно осторожным. Впредь с такими шутками. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Кали, руби, круши. Это ты правильно говоришь. Так, Вестолка, давай-ка мы с тобой... Ну, вот этого убьем. Так, надо нам уничтожить эту лошадку с вами. Так, вспахать почву. Что ты там делаешь? Что ты в инвиз ушла, типа, да? Я так тебя понял. Хорошо, в инвиз. Блин, да, мы ее не видим, ребята. Кристаллы нужно уничтожать, иначе они взрываются и становятся всем бобо. Хе. Лошадка думал спрячется от меня. Нет, мы, к сожалению, к счастью, точнее, видим. Оу.
Формация сразу поменялась. Давай-ка усиляемся. Кристалл позади. Сейчас бомбанет, ребят, просто-напросто. Делаем полный отхил себе. Взрыв. Бабах. Ё-моё. Ну, началось. Стрессовочка, блин. Разве мы глупцы, чтобы продолжать сражаться? Нет, мы будем продолжать сражаться. И никуда ты от этого не денешься. Так, пробивать надо в любом случае. На 13, отлично. Шут, шут. Тебя надо менять местами. Так, нужно снимать вот эту стрессовку всю к ядрене фени, ребят. Так, давай-ка успокойся у нас. И пока больше ничего, давай стресс. Не стресс, а хил на всех. Маленький, конечно, но тем не менее. Так, кристаллы опять появились. Их нужно уничтожать. Иначе будет большой бум. А он нам нафиг не нужен. Так, попадем, не попадем? Как думаете? Нет, тут не попадаем. Ё-моё. Ай-яй-яй. Мне этот кристалл нужно уничтожить как можно скорее. Не промахнись, прошу тебя. 95% должны захоркать его. Есть. Ну, вроде бы как все, выправились мы, у нас все хорошо. Давай сделаем массовый отхил. Все у нас здоровенькие, это сейчас что-нибудь придумает. Топот. А, разгон, понял я. И опять формация вся поменялась. Ладно. Что у нас там, ребят, какой вариант есть? Метнуть ножи. Замечательно. Так, пробьем. Да должны, в принципе-то. 95%. Готов. Так, и батрак остался. Батрака сейчас мы накажем. Ну, кровоизлияние повесили на него. Так, здесь, естественно, ребята, хилимся. Так, могильный вор почему-то сзади где-то стоит. Почему ты сзади, а? Почему тебя все время так откидывают далеко? Так, отравили, да, моего шута? Шута отравили, да, ребята? Фу-фу-фу-фу-фу. Стреляем. Так, отлично. Пробиваем. Сразу и подхиливаемся заодно. Так, а вот шуту нужно, ребята, снимать. Ё-моё, а как же ты так... Ай, шут, шут, гороховый. Сейчас же, наверное, бомбанет. Нет, не успеет. Отлично. Так, это что у нас за хрень? Вне времени и пространства. Что он там делает? Что это? Кажется, здесь безопасно до поры до времени. Жадность не всегда грех. Ну, спасибо хоть на этом. Вот здесь, кстати, ребята, можно было бы, наверное, сделать, как сказать, ну, отдых моим персонажам. Ну ладно, 15 кристаллов мы взяли. Что же, попробуем, наверное, с вами следующую волну. Ох, цвета меняются. Великолепно. Ё-моё, это что? Что это такое? Оу, стресс это сколько? Возможно, мы заперты в бреду некого безумного бога. Заперт в кощунственной пародии на реальность. Чё-то мне не нравится. Ребят, в любом случае... Кровоизлияние здесь нет смысла вешать. Тут только работает отравление. Сколько? 84%. Пытаемся. Так, а у них здесь здоровье-то, смотрите, немало. Это вам не те поганые сосунки. Манящий кубок, вся в лицо. Ну, конечно же. И стресс, стресс, стресс. Все ловим. И, кстати, убить мельника у нас здесь задание. Вы достали уже попадать-то прям в лицо-то. Ну, на что проверка? Ё-моё, нелогичность. Это плохо, ребята, нелогичность. Она будет сама по себе. Огонь и смерть. Началось, блин. Лечись давай. Так, продолжаем разговор. Так, могильный рубец. Ох, как они больно уже бьются, ребята. Слушай, вы достали уже в самом-то деле, а? Может, давайте теперь каждый еще сходит? А меня вообще не надо спрашивать, когда я буду ходить. Пробиваем, ребята. Так, а что, это тоже у нас не теряет кровь? Он же вроде бы... Или я путаю маленько. Так, минус 2, хорошо.
должны пробить, по идее. Есть. Остался скелет у нас, костяной ветеран. Ох, сколько тут кристаллов, ребята. Нужно как можно быстрее от них избавляться. Минус 2. У тебя бледный вид. Это точно, бледный вид, блин. Отлично, и остался лишь скелетик у нас несчастный. Ну, сейчас, конечно, еще тут придет. Мать, отец, слишком поздно, я ухожу в монастырь. Вспоминает свое прошлое, что ли? Нам нужно, ребят, наверное, немножко здесь подхилиться. Чуть-чуть не помешает, поверьте. И попробуем добить. Угу. Здоровье, 14 хп, нехило, да? Могильный рубец на 7. Воу-воу-воу. Опачки, у них тут 21 здоровье уже. Херакс. Так, мы немножко урезали хп. Этого надо уничтожить. Достал он тут уже стоять. Нервирует уже просто. Так, что у нас? У нас баф есть? Баф есть пока вроде бы. Ага, под крит попал. Кровоизлияние заработал. Это уже хорошо. Будет потихоньку сейчас отдавать, как говорится, свою душу. А мы будем хиляться потихоньку. Манящий кубок опять в лицо. И все время уже попадает. Нет такого, чтобы они промахивались. За это ты будешь гореть на костре. На костре. Такой, знаешь, уже со психу. Ну, я его прекрасно понимаю. Попади. Оу, критом на 6. Хорошо, что на 6, а не на 40 или на 30. Так, проводим и получаем непоколебимость. Фу! Вот это хорошо. Уклоняйтесь от ударов, прибегайте к уловкам, но не отступайте ни на шагу назад, короче. Это ты правильно говоришь. Видишь, как он сразу стал себя вести. Прям как эксперт боевых искусств. Так, ха, даже свиньи Святой Марты способны хрюгать этот мотив. К чему ты там? Так, хорош уже это терять-то. Мой дух и тело действуют как единое целое. Ух ты, как стресс ты себе снял. Я тебе еще помогу, братишка, сейчас. Вот так вот сделаем. И вот так вот. И будем пробивать. Вот так. Ух, красава. Так, серпом по яйцам. Не получится. Ну, попробуем. Так вот. Хотя надо было нам подхилить. Чуть я тупанул-то так, ё-моё. Ладно, сейчас обязательно отхилимся. Опа, а вот и что, горгулья. Такого, ребята, не было еще врага. Я его не видел, первый раз при вас смотрю. Наверное, серьезный враг. Честно говоря, неохота мне проверять, какой он. Но нам хиляться надо. Сострадание редко навещает нас в горячечном остервенении. Фух. Так. Давай, наверное, вот этого уложим. Так, отлично. Удар хвостом. Это от горгули. Слушай, ну это еще побу... А, оглушил. Ладно. Это еще хорошо. Терпимо. А вот это уже больно. Это уже больно. Да и это тоже не очень хорошо, ребят. Да, они будут гореть все на костре. Нам бы только выжить бы. Вот в чем проблема. Так, надо сделать вот это вот. Хотя бы одного урыли. И то. Хорошо. Так, давай-ка добили еще одного. Так, вот это надо кристалл уничтожать как можно скорее. Ты достал оглушать всех моих чувачков. А, сопротивление, отлично. Хотя бы сопротивление получили. Так, твой танец. Что твой танец? Давай, есть. Опасность миновала от взрыва кристалла. Оглушение слетело. Угу. Вне времени и пространства. Ага, мы прошли. Здесь, кажется, безопасно до поры до времени. Что нам здесь может достаться, ребят? Тело освежено. Я не знаю, ребята, сможем ли мы с вами волной эту пройти. Сколько мы, кстати, получили? А, нисколько. Здесь мы просто поели с вами. Угу. Пойдемте хотя бы глянем мельком. Поля еще не вспаханы, но эта жалкая пародия на жизнь все еще умудряется что-то там сделать.
Они будут первыми. А нет, мы. Мы ходим первыми, и это хорошо. Вот так вот. Здоровье у них нет. У лошадки еще более-менее, но а у этих всех не айс. Почему, монахиня, ты у меня стоишь здесь? Вот ты мне объясни, а? Почему в середине? Должна же стоять позади. Мать, отец, слишком поздно. И я ухожу в монастырь. Посадка семени. Черт бы их побрал. Травление, конечно же. Неминуемое. Так, не надо только галоп там делать. Вспахать почву. От пахаря в инвиз уходит. Ну, естественно, ребят. Так, опять тут кристаллы появляются. Мне ничего не остается, только лишь бомбить. Так, шут гороховый. Надо нам что-то с тобой решать. Надо что-то нам с тобой делать. Я не знаю. Давай лошадку-то мы не убьем. Угу. Батрака давай попробуем. Он еще живет, батрак. И лошадка сейчас звезданет топотом. Ух. Щетос. Что-то там. Мама, мамочки. Застрессовали. Ё-моё. Так, давай укрепляться. Шут у меня сзади. Блин, формация меняется жесть как. Так, давай лечиться от яда. Плюс вот так вот. И полный. Подожди. Нет, это лечение группы. Давай на себя. Семерочка. Ну, по-божески еще. Так, вечный труд. Батрак появился, да? И еще один. Хорошо, лошадки не жить, вы сами прекрасно видите. Давай вот так вот сделаем. Усилимся. Зато будем жарить не по-детски. Так, батрак. Оу! Обманул он меня. Скажи мне, пламя, это привилегия или рабство? Я даже не знаю, что тебе ответить на это. Хиляйся. Давай еще танец сделаем один. Опа, отказалась, да? Отказалась она от танцулик. Минус лошадка. Ай-яй-яй-яй-яй. Не успеваю, ребята, я отхилиться. Не успеваю. Они проминают, прожимают по полной программе. Добьем, нет? Ну, неплохо, скажите. Так, я понял, что поздно. А если еще танец сделать? Оно вообще суммируется у нас, вот этот танец, или нет? Вот мне интересно знать. Суммируется. Значит, это хорошо. Минус. Так, нам нужно хиляться, хиляться, еще раз хиляться. Вечный труд. Да что ж ты будешь делать? Ты у меня отхилишься или нет? Блин, надо уводить ее. Уводить ее куда-то, я не знаю, если... Что-нибудь этакое случится, все это будет финиш, ребята. Стрессуют, стрессуют, сопротивление. Так, все. Блин, я хотел немножко другой сделать. Кого будем пробивать? Давай вот этого. Чтобы больше не делал никаких контрударов. Наконец-то стресс пошел на понижение у нее. Так, родная моя. И что? Что ты там чудишь? Блин, ну почему она себя не может критануть, а? На хил. Посадка семени. Ну, естественно, ребята, все на нее идет. И опять же отравление. Блин, три урона. Целенаправленно все делают, я смотрю, а? Оу, еще давай травани. Блин, жесть. Все-таки нужно было двух хилов брать, ребята. Что же делать-то? Кританули. Так, мне как-то надо сделать. Надо вот так переместиться, это раз. Мне уже это как-то не в радость. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она же мне нужна, ребята. Она же мне нужна. Кому? Сюда, да? Ладно. Черт бы вас побрал, упыри. И яд еще сработает, и она отдуплится у меня. Вот вам и весь исход. М-да.
Вот что значит играть с одним хилом, ребят. Ну давай делать. Что же ли? Если я хила лишусь, ребята, я ничего не смогу сделать абсолютно. Давай для начала так сделаем. И как-нибудь уж попробуем, я не знаю, ребят. Опять? А, нет, вечный труд. Я думал, сейчас посадка семян будет, там еще чем-нибудь. Что-то нас тут так жестко разбирать стали, а? Уничтожать нафиг эти всякие фигнюхи, они нам нафиг не нужны. Так, батрак, иди отсюда. По-моему, ребята, мы прошли здесь с вами, да? Давай-ка сделаем вот так вот. Ага, ну как обычно, она в отказ пошла у нас. Типа, я без вас справлюсь, сама все знаю. Так, сделаем, наверное, вот так вот. Вот так вот. И... хил будешь делать? Будет. Будет она делать хил. Так, все, вне пространства и времени. Перемещаемся, ребят, с вами. Ну-ка. Хватит ли нам этого? Вот здесь вот я сомневаюсь, хватит ли нам этого. Вряд ли нам этого хватит. Ох, 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 что ж на тебе там висит? Ё-моё, как гадость. И не могу ничего сделать, ребята. Понизить никак не получится. Вот эта вот фигня, блин, висит. Причем на хилке. Ну что, давайте посмотрим, что это у нас. Как ужасно и невероятно. Должно быть, я сплю. Борозды от плуга, наполненные кровью. 143 хп у этого олуха. Олуха, блин. Сколько мы будем? Так, 6.11. А здесь? Ну, естественно, будем тогда бомбить так. Ох, чувствую, добром это не хочется, ребята. Ох, чувствую я. Давай переменим позицию. Не трогайте меня, не трогайте. Зашибись, она не хочет, ребята, меняться с нами. А вот так поворот. 3.6 4.7. Так, у него сопротивляемость кровотечению, ребят. Честно говоря, я не знаю, что он сейчас вычудит. Какой у него будет удар. Но я думаю, что нехило пропишет. Так, 91, 7, 13. А может быть, сделать лучше метку нам? Пока есть возможность. Зов повелителя. Кого призываешь? Батрака. Хилимся. Дыхание зимы. Что такое? Это что он там сделал? Что это у нас там? Уклонение. Что это у нас такое? Навыки охраны отключены? Это как так понять? Навыки охраны отключены. Странно очень. Смотрите, я почему-то бомблю вот эту вот хрень, вместо того, чтобы бить мельника. Смотрите. Это как, знаете, как защитный тотем, который защищает его от нас. Зов. Опять батрака вызывает? Нет, на этот раз он вызвал кристалл. Искривление реальности. Ё-моё, начинается одно не легче другого. У нас вообще так все понижено по-жесткому. Пустые причитания. Как же мне его достать теперь? Ё-моё, и он колбасит теперь по чернаку. Как мне выкрутиться-то из этой ситуации? Даже не знаю. Так, попробуем, ребят, так сделать. Ну, что-то типа помогло, что-то. Есть. Один барьер мы сняли с вами. Если мы бомбанем, у него... да, у него защита от кровопотери. Так, 4.7. Ну, тогда придется, наверное, вот так вот бомбить. Ух, четверочку всего лишь. Так, а здесь сколько? Ну, давай, наверное, вот это уничтожим. Говно тут летающее, нафиг оно нам не нужно. Фух, черт, нервничаю я, ребят.
жатва. Ой-ой-ой-ой-ой, пепел к пеплу, соберись силами. Демоны, все демоны, ты моя мать, отец мой, все. Да хорош, ты еще и метку поставили. Так, нужно вот так вот делать, ребят. Нет, она не хочет использовать, ребята, чешую, чтобы защитить себя от урона. Жатва, опять по всем. Щит. Мама, мамочки, я верю тебе. Что очень здесь плохо, очень печально. Здоровье этого, говнюка еще будет здоров, ребят. На, гнида. Так, сколько мы можем нанести ему? 6-11 от этого, а тут 4-2. Ну, давай, конечно, так пропишем. На 11 вжарили. Слишком поздно уходишь в монастырь. Ты, главное, держись у меня. В монастырь она, блин, собралась. Что-то мне такое предчувствие, что без потерь сбор урожая. Ты посмотри, именно ее атакует, гад. Так, хиляемся. Нам нужно хоть сколько, чтобы здоровья у нее было. Да опять ты со своей жатвой, ты достал уже, хмырь. Да я вижу, что она при смерти, у меня ничего нету. Твою дивизию, блин. Без хила я не смогу здесь, ребята, просто продолжать. На решимость, и что получаем? Мазохизм, блин. Нет такой раны, которую не вылечить. Не вылечили бы 2 литра абсента. Ребята, я, наверное, буду отступать. Но это бесполезно. Хилка у меня сейчас погибнет. Надо сбегать. Ай, конечно, печалька. Ну а что сделаешь, ребята? Воу, убийство сколько? 29. Что тут получаем? Какие? Боязнь мистики, пугливость, хронический кашель, слабая воля к жизни. Да, к смертельному удару еще и в минус сопротивление получили. И денег не заработали, так? Так, плохой целитель. Отлично, вылечился хоть немножко. И денег-то у нас совсем, ребята, нету. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы и будем с вами завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Жалко, конечно, что я не смог одолеть мельника, но будем надеяться, что вскоре мы все-таки справимся, победим его. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.